Всем привет, с вами Виктория Крокус. Сегодня я решила открыть на своем канале новую рубрику, и называться она будет «Собачкины фавориты». С названием я пока что до конца не определилась, просто хочу, чтобы люди понимали вообще, о чем это видео. И сначала я хотела называть фавориты Шарлотты, но многие мои зрители не знают, кто такая Шарлотта новая, поэтому я решила назвать пока что «Собачкины фавориты». В этой рубрике я буду показывать любимые вещи Шарлотты из еды, из игрушек за последний месяц. Допустим, сегодня будет за август, следующий месяц, в конце месяца за сентябрь. Кроме такого, я снимаю фавориты канцелярии на своем канале уже более года. И вот решила снять тоже о Шарлотте. Потому что в покупках я вам показываю какие-то вещи, не могу сказать о нем точных отзывов, потому что в основном мы еще это не пробовали. А эти вещи уже все давно испробованы, полюбились Шарлотте. Сегодня я вам о них расскажу. Вот Шарлотта, кто еще ее не видел, кто смотрит вообще первый раз мой канал. Шпиц, ей полгода. Упала. Любит, когда ее гладят. Моя маленькая. Кому интересна эта рубрика, это видео, приятного просмотра, оставайтесь со мной. Первым фаворитом Шарлотты были говяжьи желудки. Я их приготовила сама, я просто купила на базаре желудок говяжий и засушила его в нашей сушилке, где я обычно сушу яблочки. Так вот они и выглядят, потому что я решила сама делать лакомство Шарлотте, это и полезнее. И они все очень свеженькие, Шарлотте нравятся, мы ими дрессировали вчера и выучили новую команду служить. Очень классные желудки получились. Вот такая вот целая баночка у меня вышла, я дала ее где-то за них, наверное, рублей 100. Шарлотте они нравятся, хорошие, свежие, натуральные, сейчас мы ими дрессируемся. Попробуйте все приготовить своими руками лакомство для ваших собак, возможно, они им даже больше понравятся. Давайте попробуем дать Шарлотте сидеть. Вот, ей очень сильно они нравятся. Также я еще таким же образом сделала для нее утиные шейки, но их я даю реже, потому что они большие. Следующий наш фаворит — это шейки утиные от деревенских лакомств традиционных. Вот такие же я сделала сама, просто закупила на базаре несколько утиных шеек, отдала 50 рублей, где-то штук 10, наверное, купила. И также их сушила, просто более дольше, чем, например, желудки, потому что они мелкие. Получилось у меня примерно так же, показать им сейчас не могу, они в холодильнике. Но я просто знаю, что Шарлотта их очень любит, грызет с радостью, и поэтому сама тоже сделала, даю я их реже. В общем, когда я надолго ухожу, я их даю, она их грызет, очень ей нравится. Вот в этой упаковке было 4 штучки, стоило 100 с чем-то, а я купила очень много и вышло у меня дешевле. Но если вы не хотите сами делать, то вот это вот отличная вещь, когда вы надолго уходите, собачкам нравится, они их грызут. Маленькой собачке это примерно на 1,5 часа. Так как у Шарлотты сейчас период смены зубов, я очень часто даю ей всякие погрызушки, в основном это такие вот косточки, 8 в одном. Первая косточка мне пришла в Glory Box с курочкой. Вот такая вот там прослойка. Для того, чтобы, во-первых, чистился налет, во-вторых, расшатывались зубы молочные, потому что у нее не все выпали. То есть, если они не выпадут, то их нужно будет после 8 месяцев вырвать. А я не очень этого хочу, поэтому даю всякие погрызушки. Это называется с формулы против зубного налета. И также у нас есть говяжьи, тоже очень маленький размер. Это XS все косточки. Там тоже прослойка, но говяжья. Это тоже нам прислали в Glory Box, но это в июньском, а это в августе. Очень нравятся они Шарлотке, она их сгрызает примерно за день, наверное. Утром погрызет, в обед и вечером, соответственно, полностью она съедается. Я очень много разных погрызушек даю, но вот эти вот именно такие долгосрочные, которые действительно расшатывают зубы. Следующим фаворитом был наш корм Акана для щенков мелких пород, формула. Раньше Шарлотта ела проплан, она его не очень любила, она съела с такой неохотой всегда, только если с рук. Этот же корм, она сама подходит к миске, тоже к нашим фаворитским мискам, это с кошечкой для корма, мишка для воды, и также у нас есть еще такая в полосочку, в клеточку для всяких лакомств типа консерв. Она всегда подходит после прогулки или когда вообще хочет кушать просто корму к этому, ест, он на свободном доступе, она съедает где-то полмиски в день, ну, то есть очень мало, но все же. И этот корм мне нравится намного больше, это именно для таких активных собачек, которые много гуляют, много двигаются. Если у вас собака сидит просто постоянно дома или вы с ней очень мало гуляете, такой корм не подойдет, потому что тут очень много белка, мяса, и от него может быть ожирение, если недостаточно физических нагрузок. Но если вы постоянно с своей собакой куда-то ходите, гуляете, это просто отличный корм, тут 340 грамм, покупала я его за 280, по-моему, рублей, в то время как проплан я давала 300 за 800 грамм, то есть, ну, это в 2 раза дороже, чем проплан. Вот прочитайте состав, кому интересно, все можете прочесть, мясо тут практически 65%, именно белка, точнее, то, что здесь есть курица, яйца и рыбка, 20% у нас вот разные фрукты, овощи и 15% витамины. Очень хороший корм, я очень им довольна, мы его едим еще 2 месяца, а потом я ее переведу для просто взрослых собак мелких пород. Такой же, только серый. Любимые Шарлоткины косточки от Мням, с мини-косточки, порадуют даже самую избалованную собаку, микс ассорти. Ими мы дрессируемся, также беру их на улицу, чтобы поощрять, например, за то, что она выбросит изо рта какой-нибудь мосол, который найдет. Здесь такие разноцветные косточки, розовые, золотистые. Что мне нравится в этой коробочке, во-первых, удобно открывается, удобно носить, возить с собой куда-то. Также косточки очень мягкие, вкусно пахнут, очень хорошие. Конечно, состав тут не идеальный, сейчас я вам покажу, вот.
можете прочесть состав. Тоже можете все сами прочесть. Можно давать такие с 4 месяцев, как написано. Тренировочные снеки. Сделаны в Нидерландах. Очень хорошие. Шарлотте нравится. Мы их где-то 2 месяца уже используем. Но у нас еще осталось чуть меньше половины. Иногда я наполовинку ломаю, иногда даю целую. Они очень мягкие. Дальше наш фаворит — это витамины 8 в 1 XL. Это пивные дрожжи, забота о коже и шерсти. У Шарлотты шерсть, вы сами видели, то, что еще пока только отрастает, то есть к 1,5 годам у шпица обычно, ну, даже к году уже его настоящая шерсть, которая будет всегда. Пока что Шарлотте только 1,5 года, она начинает обрастать, и я активно подпитываю такими вот витаминками. От них есть эффект. Кто бы что ни говорил, реально я вижу эффект от этих пивных дрожжей. Кстати, мне очень нравится их запах, все говорят, что он противный, но мне очень нравится. Можете прочесть: добавка с пивными дрожжами, чесноком, жирными кислотами, биотином, витамин группы В, 140 вкусных таблеток по пол таблеточки на 2 килограмма, Шарлотта 300, я не знаю, как отламывают, поэтому даю по половинке, как бы в основном, ну, иногда целую. Хорошие витамины для длинношерстных собак, они просто необходимы, особенно в период линьки. Дальше это фитокорректор с черникой от Tidbit для зрения. Я бы не сказала, что как-то лучше зрение стало, я потому что этого не знаю. Это серия полезные лакомства, такие же есть для коррекции поведения. Я взяла именно черничные для зрения, просто чтобы у Шарлотты было хорошее зрение, даю по одной в день, иногда пропускаю дни, то есть не каждый день. Но вещь, наверное, хорошая, способствует укреплению сетчатки и так далее, острота зрения, предупреждает глазные заболевания. В составе рисовая мука, мясо птицы, лецитин, черника сушеная, морковь, зародыш пшеницы, рябина красная, витамин Е. Состав, в принципе, хороший, я бы сказала, но Шарлотта не с такой прям охотой ест, но нормально. Когда голодная, она прям съедает по целый день. Любимым лакомством Шарлотты, что я купила совсем недавно, был вот такой вот желудок. Это желудок говяжий, я вот сделала сама, но они очень мелкие, а это именно такие большие, вот Tidbit. Ей нравится, она достаточно долго их грызет, несмотря на то, что они кажутся такими быстро съедаемыми, но на самом деле она грызет достаточно долго, ей нравится, пахнет нормально, такой сушеной рыбой. Я довольна этим приобретением, стоило, по-моему, 100 рублей. Любимым лакомством Шарлотты было сушеное легкое, даю я его каждый день во время дрессировки. Ей это легкое очень нравится. Это вот Tidbit, я покупаю его каждый месяц, практически всегда. У нас уже более 5 пачек кончилось за 4 месяца. Ей оно нравится, удобно дрессироваться, быстро съедается, как попкорн. И последним любимым фаворитом из еды за август были любимые ее консервы Анимода. Она всего лишь одну за август съела, но все же это говядина домашней птицы для щенков. 150 грамм. Состав очень хороший, можете сами прочесть. Давала я на день рождения ее, ей очень не нравятся самые хорошие консервы, это вот эти. Так как в августе у нас было очень много дождей, а у Шарлотты очень красивая шерсть, которую тяжело отмыть после улицы, я одевала такой вот пчелокостюмчик, сейчас вам ставлю фотографию, даже ВКонтакте я выкладывала. Так как нам еще не пришел дождевик, я его заказала, но он еще не пришел, мы пока носим вот этот вот костюмчик, который мне присылали на обзор еще очень давно, когда Шарлотты не было. Он ей по размеру хорошо, она вообще одежду не любит, но к этому костюмчику относится так нормально как-то, не знаю, нейтрально. Она чуть отгрызла, конечно, тут веревочку с помпончиком. Пока что носим, пока не пришел дождевик, чтобы не пачкала шерсть. Вообще дождей очень много, очень сыро. Шарлотта не очень любит такую погоду гулять. Вот такая вот у нас сейчас погода, очень мокрая трава, поэтому одеваю такой костюмчик. Сейчас я вам покажу фавориты из игрушек. Вы, наверное, видите, что она просто всего замусолила вот этого вот поросенка. Я еще покупала его, когда Шарлотты не было. Я думала, она не будет с ним играть, так как поросенок примерно размером чисто как Шарлотта. Он хрюкает. Покупала его за 500 рублей. Не бойтесь покупать маленьким собачкам таких больших поросят, потому что они их считают, наверное, за щенков, не знаю. Но она очень хорошо с ним играет, он постоянно хрюкает. Также у него внутри жировая прослойка. Это фирма Камон, по-моему, называется. Итальянская. В общем, свиненыш отличный, Шарлотте очень нравится. Обожает с ним играть, носиться. Приятное такое хрюканье, мне даже нравится. Следующая любимая игрушка Шарлотты за август был такой вот хорек. Она его даже в миску засунула, чтобы он попил. У него здесь раньше была пищалка, но она теперь не работает. Она ее прогрызла, сломала. И вот эта вот пищалка у нас работает. Здесь две пищалки раньше было. Это от фирмы Триол, покупала за 190 рублей. Шарлотте он очень нравится, с детства с ним играется и просто обожает его. Еще у нас такая же лиса есть, но хорек ей нравится больше, потому что две пищалки. Ну, теперь одна. Вот слонохрюш, я его называю так, потому что он серый, но при этом свинья. Очень хорошая, покупала за 100 рублей. Он весь Шарлоткин шерсти, тоже пищит. И внутри у него тоже жировая прослойка, как у любого свинюшки. И последняя любимая игрушка за август Шарлотты был вот такой вот круг. Это, по-моему, от фирмы Триол. Ссылали нам его в Glory Box'е. Когда он нам пришел, я думала, Шарлотта вообще им не заинтересуется. Ей будет пофиг на него, потому что он слишком большой. Но нет, она сгрызла все вот тут вот. Тут вот. Здесь как бы пока все цело, но также он весь сам прогрызанный. И сзади у нас выглядит все примерно так. Я была в шоке, когда обнаружила, что тут есть пищалка. Вообще, это обнаружила не я, это обнаружила Шарлотта где-то через 2 недели. Я удивилась, потому что я не знала, что тут есть пищалка. Игрушка просто отличная. И последнее, что вам хочу сегодня показать, это, конечно же, наши расчески. Чем я обычно чешу Шарлотта. Вот такая вот пуходерка без капелек. И вот такая вот расческа, просто чтобы вычесывать колтуны. Вот и все, это были все Шарлоткины фавориты. Если вам понравилась эта рубрика, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И всем пока!